друзья, всем привет. Сегодня очередная у нас силовая тренировка. На ней мы прокачаем мышцы груди, сделаем наш удар сильнее и мощнее. Работаем по тому же принципу. Делаем 4 разных упражнения по 4 подхода от 4 до 6 повторений. Стараемся делать максимально без веса. Вперед! Становимся сильнее! Первое упражнение – жим штанги лежа. Я выполняю 2 разминочных подхода. Первый подход – пустым грифом. Второй подход – добавляю немного веса, примерно процентов 40 от максимального. Итак, первый неразминочный подход. Ставим вес, который вы сможете выжать минимум 4 раза. Мой вес на видео примерно 80 кг. Второй подход. Добавляю еще примерно около 10 кг. Вес штанги 90 кг. Количество повторений уменьшается до 3. И последний, третий подход. Добавляю еще плюс 10 кг. Вес штанги примерно около 100 кг. Количество повторений уменьшаю до 2. Принцип жима штанги такой, что мы добавляем вес до того момента, пока мы не сможем выполнить 1 или 2 повторения. Второе упражнение – это жим штанги в наклоне сидя. Выполняем 4 подхода по 6 повторений. Также не забываем сделать 1 разминочный подход пустым грифом. Третье упражнение. Отжимания на брусьях с дополнительным весом. Выполняем 4 подхода, максимальное количество повторений, сколько сможете, до отказа. Четвертое упражнение. Жим гантелями на скамье. Берем максимальный вес и выполняем 4 подхода от 4 до 6 повторений в каждом. Ну
Ну и, конечно же, закрепить все это упражнением на пресс. Надеюсь, друзья, это видео было полезным. Спасибо за просмотр.